же им еще стучать? Кто им откроет дверь на лестницу и в третий, и в четвертый час? Моя прекрасная полиция в лице двух юных мусоров. На третьем снова мордобитие, там требуют дары волхвов. Приехали такие русские и аккуратно тук-тук-тук стучат в стекло стволами тульскими или ижевскими на звук. И снова их впуская с улицы, я попрошу их документ. И вновь, как из детсада, умница мне автомат покажет мент. Мол, да, я волхв из джунглей каменных, дары мои весьма малы, но словно фильмы Параджанова, они бессмысленно милы. Так я пойму свою беспомощность, и нерешительность гнет. Дары ментов — такие овощи, которых вряд ли кто сорвет. И их впустив, я вновь задумаюсь, гирляндой уличной пленен, про ту единственную, ту мою, чье имя прежде всех имен. И про свои дары убогие задумаюсь, не торопясь, пока там вяжут дети строгие циничную бухую мразь. Средь пучеглазых охлобыстиных, средь новогодних мусоров, все мои истины не истинны, не тянут на дары волхвов. На нашей улице магазин, бывший продукты, у которого закрашены белой краской стекла. Там на стенах висят кольца и крючья. Там пытают поэтесс в черных кофтах. Перед тем они там жалобно стонут или воют монотонно и страшно, а на утро я достаю из помойки кофты черные их и водолазки, редко черные трусы или лифчик, и всегда поодаль у остановки вижу черненький я автомобильчик, у которого на окнах решетки, их привозят, видимо, на этом экипаже. Интересно, садятся ли они туда добровольно? Иногда я вижу, как в пиджаке с чужого плеча на голое тело из бывших продуктов выскакивает женщина и бежит в сторону метро. Один из мужиков, роющихся в помойке, рассказал мне, что эти женщины имеют отношение к литературе, а точнее, это поэтессы в черных кофтах. Для их отлова созданы специальные структуры. А зачем же их воют и пытают? Спросил я с удивлением. Кому это вредит? Потому что они вслух стихи свои читают. Он отвечал. Я понял, что он не трындит. Лишь однажды утром я увидел, потому что лежал пьяный, как сейчас, или еще хлеще, как у бывших продуктов. Остановилась машина, и из нее вышли две бабы, одетые абсолютно не в черные вещи. И понял я тогда, что жизнь более штука сложная, чем мог я даже когда-либо предполагать. Раз уж поэтессы перестали одеваться в черное, что уж теперь жить, о чем теперь мечтать? Наверное, теперь нету смысла ни в чем, абсолютно ни в чем. Дайте водки, два ведра и кромысла, но мы уж как-то сами донесем. Спасибо. Просто стихи, которые я помню наизусть, они, как правило, с матом, а с 1 июня такие стихи читать нельзя. Поэтому, ну давайте вот такое. Ехали, я не помню, читал я его здесь или нет. Ехали в машине, леса хмурой сенью,
Ты смотрела на меня, я смотрел в окошко, и тропиночку в лесу, увидав с похмелья, я вздохнул и прошептал: «Русская дорожка». «Все вы русские такие», ты сказала грустно. «В чем загадка вашего странного инстинкта? Почему бы не сказать тихо, безыскусно? Ну чем такая русская, та твоя тропинка? И в английском саду, и в буше австралийском, в джунглях Конго сырых, и в бразильской сельве никогда не приплетет человек прописку, даже если человек с лютого похмелья. Ну с чего ты взял, что тропинка русская? Неужели от того, что на ней одно ваше русское говно, и пакеты с мусором, и стаканы мятые, и бутылки дно?» Я печально молчал. «Нет, не понимаешь ты, иностранка глупая, это русский лес. От того, что одна, ты на свете маешься. Я ж на тропку сверну, тропку до небес. Я свернул и исчез с песней тихой, светлую. А пойдешь меня искать, если так глупа? На тропинке моей радость несусветная, но ведет прямо в ад, милая тропа». Черный лес замолчал, как молчат любовники, утомившись собой, так молчат они. Вход в него сторожат черные полковники, тоже наши русские. Ты уж извини. Спасибо.